медицинского гражданского общества. Я сердечно вас всех благодарю, что вы сюда пришли. Мы долго шли к этой встрече. Даже сам президиум конференции, на которой присутствуют и представители традиционной конфессии своей партии, представители общественности, лица общественной палаты Тверской области, представители научного сообщества, говорит о том, что перед конференцией была проделана достаточно серьезная работа. И наша конференция, она основана на двух установлениях. Более года я возглавляю программу, специальную программу «Диалог традиционных религий». Эта программа действует на основе Межрегионального гуманитарного научного комитета, поддержана Тверской метрополией, традиционными конфессиями, грантом президента Российской Федерации и Межрелигиозным советом России. Межрелигиозный совет России – это очень интересная структура. Он действует более 15 лет в Москве. Почетным председателем этого совета является святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл. Заместителем председателя является председатель Совета муфтии в России шейх муфтий Равиль Гаймудин. В этот совет входят представители всех традиционных конфессий нашей Родины. Он сделал очень много за эти годы. Также существует межрелигиозный совет стран СНГ. Его возглавляет Верховный муфтий Кавказа, шейх Ислам, Аллах Паша, Аллах Шидур Паша Заден. И вот недавно святейший патриарх Кирилл наградил этого Верховного муфтия очень высокой церковной наградой, орденом святителя, орденом благоверного князя Данила Московского первой степени. Впервые нехристианский лидер получает орден церковной первой степени именно за вклад в межрелигиозное сотрудничество в рамках программы, которую я веду более года. Мы провели несколько мероприятий. В прошлом году, и многие здесь были на этом мероприятии, программа открылась, конференция «Духовная основа социального служения» в клинике Аварьева. В этом году в рамках программы мы провели 5 научно-практических семинаров. Важное значение имеет созданный информационно-аналитический сайт «Диалог традиционных религий» interreligion.info. Сайт привязан ко всем социальным сетям и в общей сложности имеет более 5000 подписчиков. Все это показало, эта годовая работа показала актуальность, которую нельзя переоценить вот в нашей встрече, диалогу традиционных религий. Вот современная политическая ситуация прям выпиет, я бы сказал, там. Посмотрите, что творится на Украине, что творится в Сирии. Человек, жизнь человека перестала цениться, как легко превратиться из соседей во врага, как легко в современном обществе повесить ярлык на человека, как легко убить человека, прикрываясь высокими целями, даже прикрываясь религиозными целями. Если кто думает, что в современности мы не сможем повторить Холокост или геноцид армян начала века, он серьезно ошибается. Я бы сказал, преступно ошибается. Вот в рамках этой программы, здесь же на историческом факультете, был проведен круглый стол по теме современной историографии Холокоста. Были приглашены учителя в основном. И что оказалось? Даже учителя не знают основных понятий о Холокосте. Если мы не знаем что-то, как мы можем этого избежать? Вот мы находимся в историческом факультете, и историки знают, что тот, кто не знает историю, история того наказывает. Да, еще древние говорили, история магистра вита, история учительница и наставница жизни. Вот я вспоминаю один дневник
одной женщины, тверичанки, конца 19 века. И она пишет в дневнике: вот заканчивается кровавый 19 век, впереди 20 век, век прогресса, человеколюбия, мира. Как хорошо, что мы пережили век войн и вступаем в век, где человек не потеряет свое лицо. Мы теперь знаем, как эта женщина ошибалась. Век начался с Первой мировой войны, Вторая мировая война, Холокост, современные страшные события. И все это говорит о том, что наша тема очень актуальна. Наша встреча очень значима, когда мы сидим вместе за одним столом, когда мы не боимся друг друга, не вешаем друг на друга предубежденности. Ведя сайт «Диалог религий», в течение года я ставил много статей о таких же мероприятиях в других странах, в основном в англоязычной сфере. И вот на всех конференциях люди, которые не просто пришли, приглашены были, там, правительство или другие, а именно кто болеет сердцем, они выступали и говорили примерно одно и то же. В разных странах, даже на разных континентах, а говорили это следующее: мы хотим говорить друг с другом, а не друг о друге. Друг с другом, а не друг о друге. Именно потому, что мы не встречаемся, потому что мы не общаемся, и происходят все беды. Ксенофобия, экстремизм, разные радикальные учения. Вот в связи с этим хотелось бы произнести слова, любимые слова нашего митрополита Тверского и Кажинского Виктора: «Единение и любовью спасемся». Вы все их слышали, владыка их повторяет постоянно. Это слова преподобного Сергия Радонежского, которые он сказал более 700 лет назад. И вот эти слова «единением и любовью спасемся» являются благословением главы Тверской митрополии нашей конференции. И наша конференция проходит под этим прекрасным девизом. В Твери в этом году прошел крестный ход под этим девизом. И весь год проходит под ним. Год в честь 700-летия со дня рождения преподобного Сергия, которого называли игуменом земли русской. Жизнь верующего человека в некоторых книгах представляется как человек поднимается по лестнице. Есть такое понятие «лестница». Есть даже преподобный Иоанн Лествич, который написал такую книгу. То есть образно, духовно человек поднимается по лестнице к Богу. И вот, если это лестница, а лестница это установлена все-таки на земле, и вот если на земле не будет мира, если на земле будет война и настроение, то эта лестница не устоит. Все традиционные религии это понимают. В нашем Священном Писании есть такие слова. Бог говорит: возлюби ближнего своего, как самого себя. Более того, сказано, что если человек говорит, что любит Бога, а ближнего своего не любит, то этот человек обманывает. Поэтому там, где человеческая боль, там, где страдания, там, где нужда, всегда находится священник или раввин, или мулла, имам, пастор. В этом отношении традиционные религии открыты. Они не стараются спасаться как бы в раковине самоспасения. Они знают, что мы спасаемся все вместе. Почему? Потому что к этому призывает сам Бог. В Священном Писании есть такие слова: когда будет страшный суд, то Бог спрашивает у человека. Он не спрашивает, построил ли ты храм, сколько ты молился. Бог спрашивает: одел ли ты голодного, посетил, одел ли ты нагого, накормил ли голодного, посетил ли заключенного. И вот те люди, которые эти заповеди исполняли, Бог их называет друзьями. А те, кто не исполняет, то Бог говорит им об очень страшной участи. Они там будут плач и скрежет зубов. Поэтому традиционные конфессии всегда помнят эти слова,
всегда открыты к обществу. В них совершается очень много дел милосердия, много культурных мероприятий, и этим самым они вносят значительный вклад в развитие института гражданского общества. Ведь именно этому конференция наша и посвящена. В адрес президиума конференции поступило очень много поздравлений. Я позже зачитаю приветственное слово Верховного муфтия России, но я говорил в это воскресенье вот в нашем костеле с отцом Марком был обед, можно сказать, межрелигиозный обед. Были представители всех конфессий. И архиепископ Павел Бенце, митрополит архиепархии Божьей Матери в Москве, Римско-католической церкви, шлет свое приветствие и благословение нашему мероприятию. Я еще раз благодарю вас, что вы все сюда пришли. Благодарю Бога, что Он вселил в наше сердце любовь и взаимопонимание. Большое спасибо. Я с удовольствием предоставляю слово председателю Общественной палаты Тверской области Лидии Владимировне Тумановой. Уважаемые участники конференции, для Общественной палаты сегодняшняя конференция – это такое знаменательное движение по развитию тех позиций, которые она для себя определила. В этом году, в июне месяце, был очередной форум наших некоммерческих организаций. Мы обычно его проводим в режиме, здесь присутствуют какие-то участники, пленарного заседания и диалоговых площадок. И как раз общая тема была посвящена году культуры, а одна из диалоговых площадок, я имею в виду модератором ее, инициатором, она как раз была посвящена роли традиционных религий в развитии культурного пространства в Тверской области и гражданского общества. И вот в период обсуждения мы поняли, что вот сам выбор этой диалоговой площадки и дальнейшее общение было правильным, что сегодня, когда мы говорим о решении каких-то сложных социальных проблем, мы прежде всего должны говорить о каком-то единении. Ну, банальные вещи, что только в единстве наша сила, их банальность не умаляет их значимость. И вот когда мы думаем, на какой же почве проще достигнуть этого согласия, то мы понимаем, что как раз вот в диалоге религий это согласие достигнут легче, потому что каждая традиционная религия объединяет людей разных национальностей. Это во-первых. Значит, уже по какому-то национальному признаку, объединенной единой религии, люди могут под эгидой этой веры объединиться. Кроме того, как бы ни различались наши религии по названию, на каких бы языках не читали священнослужители проповеди, все основные заповеди, наверное, во всех религиях едины. И вот в период обсуждения на нашем форуме в июне месяце мы в том числе вот пытались определить проблему, в чем же сегодня значение священнослужителя думать только о Боге, то есть о небесном или только о человеке. Ну, отец Вячеслав уже здесь произнес вот тот самый постулат, который для всех, для нас стал ключевым, что думать мы должны сегодня прежде всего о земном, думать о своих ближних, помогать им, и вот это и будет соответствовать тому, чего ждет от каждой главный священник от своей паствы. Я прошу прощения вот за такие слова, потому что ну, каждая религия это определяется по-разному. Я думаю, что сегодня как раз разговор должен идти о том, как же сделать так, чтобы верующие люди действительно не шли на братоубийственную войну, чтобы не повторились эти ужасы. И не только вот в таком глобальном масштабе. Мы знаем, что Тверская
область пережила уже, я надеюсь, несколько таких межнациональных столкновений, которые, к счастью, были вот благодаря здравому смыслу и в том числе вмешательству духовных лидеров, они были определенным образом урегулированы. И, безусловно, величайшее значение, мы все-таки действительно в год культуры здесь собрались, сохранение наших культурных ценностей принадлежит именно нашим традиционным религиям. И неважно, в конце концов, даже неважно, где вот эти будут святыни, в храмах или в музеях, самое главное, что все-таки большая часть их была сохранена и продолжает сохраняться, и вот наша история и культура отражается именно в этом. И вот поэтому сегодня надо говорить о том, что же еще можно сделать для того, чтобы независимо от вероисповедания, от того, что человек является атеистом, было вот это единение, мы решали общую цель. Вообще трудно, конечно, умолить достоинство наших религиозных организаций. Вот здесь нет, к сожалению, там нашего главного муфтия, но я думаю, что он выступит, но мы знаем, что какое прекрасное начинание тоже вот воскресной школы. Кроме того, все, как правило, религии и их высшие должностные лица, если так можно сказать, они работают в различных общественных советах, в том числе в правоохранительных органах, беспокоятся о судьбе беспризорных детей. Мы знаем, сколько у нас открыто уже православных детских учебных заведений. Мы знаем, какова проблема у нас борьбы с наркоманией. И очень серьезную роль играют здесь вот именно религиозные организации. Я думаю, что во многих случаях без вот такой их поддержки мы не смогли бы вернуть сотни и тысячи людей к нормальной жизни. Трудно все это перечислить, но все-таки, наверное, нужно и говорить о том, какие пути еще дальнейшего соединения. Вот первые шаги сделаны. И сегодня, наверное, конференция этому положит дальнейшее развитие. А сейчас я бы хотела вот особо сказать о том, кто является действительно вот основным человеком, который ведет вот этот диалог культуры. Это отец Вячеслав, который сейчас выступал. Вот вы знаете, мне как человеку по основной своей деятельности, все-таки преподавателю высшей школы, самое приятное, вот я сейчас буду говорить об отце Вячеславе, это то, что, ну, хотя, наверное, священники, может быть, так не принято говорить, но это молодой человек. Ему исполнилось вот только что 35 лет. И когда такие молодые уже понимают значение вот самых основных ценностей, то это очень здорово. Это значит, что и вся наша молодежь, вот Бядников, там официально до 36 лет молодежь, так что отец Вячеслав еще в этой категории. Но при этом отец Вячеслав, это тоже так совпало, уже десятилетие его служения. И также в этом году исполняется 5 лет вот тому комитету, региональное отделение которого отец Вячеслав возглавляет. Поэтому мы с вами собрались сегодня на конференцию, и вот я бы так сказала, не случайно, совпадение в том числе таких дат. И я бы хотела, чтобы мы все поздравили сейчас отца Вячеслава с этим, а я от себя хочу ему подарить книгу мудрости, он и так уже достаточно мудрый человек, но и пожелать ему всего-всего самого доброго. Благодарю вас, Лидия Владимировна, за ваше выступление, приветственное слово, за добрые слова. Я также вас благодарю, как председатель общественной палаты, что вы поддержали эту инициативу проведения конференции. Слово предоставляется заместителю начальника отдела управления общественной связи аппарата правительства Тверской области Игорю Александровичу Трешкину.
Скажите от имени губернатора Тверской области Андрея Владимировича Рева, поприветствую вас на столь значимом событии, пожелать вам удачи, плодотворной работы на сегодняшней конференции. В частности, хотелось бы еще рассказать о том, что на нашей древней Тверской земле действуют и представлены все традиционные религии. В соответствии с законом о свободе совести, они имеют равные права, равные возможности проведения своих культовых мероприятий, проведения своей работы. Правительство Тверской области оказывает огромную помощь всем традиционным религиям. Православной церкви, это проведение Боскового бесплатного, Свято-Тихоновской конференции, реставрации храма, оказывает содействие в проведении религиозных праздников Уразай-Байрам, Курбан-Байрам. Хотелось бы высказать отдельное спасибо отцу Вячеславу за то, что он стал инициатором проведения данной конференции именно на нашей Тверской земле. Потому что когда решался вопрос, где ее проводить, была выбрана именно Тверская земля, хотел бы за это сказать огромное спасибо. Тот диалог, который будет и на сегодняшний день ведется среди религий, он является основой мира, спокойствия на нашей Тверской земле. Очень бы хотелось, чтобы этот диалог развивался дальше, носил плодотворную помощь нашим жителям, нашим прихожанам, чтобы стал основой традиционных семейных ценностей, нравственных ценностей. Еще раз хотелось бы пожелать удачи всем участникам конференции и плодотворной работы. Спасибо. Благодарю вас, Сергей Александрович. Благодарим вас за ваше выступление и за теплые слова от имени губернатора Тверской области Андрея Владимировича Шевелева. Слово предоставляется председателю информационного совета Тверской епархии, референту главы Тверской митрополии Егорову Владимиру Николаевичу. Александр II. Появляется суд присяжных. Последующие три земские учреждения появляются. Самоуправляемые общины после отмены крепостного права христианских. Это все, так сказать, зачатки гражданского общества. Попытки сформировать представительную власть в России в виде Государственной Думы, которые были после после революции 1905 года. Это тоже, собственно говоря, шаги в сторону формирования гражданского общества. Поэтому говорю я о том, что нет гражданского общества, это неверно. Оно у нас есть. Но оно у нас отличается, конечно, от всех
тех функций, которые оно имеет, скажем, в западных демократических странах. Там либеральная позиция восторжествовала много лет назад, еще с времен Великой Французской революции. И это, видимо, там является единственной верой. Но это вовсе не значит, что, скажем, гражданское общество в нашей стране хуже или неполноценнее, чем гражданское общество в какой-нибудь западной стране. Оно у нас свое. Но гражданское общество – это не только благостное нечто, не только то, что мы должны вот, приветствовать вообще в противопоставке и говорить, что вот от него идут только, конечно, конечно благостные импульсы. Совсем не так. Ведь вот, допустим, взять Майдан и гражданское общество. У нас болотное общество, гражданское общество. Марш мира, который недавно прошел в Москве, это гражданское общество. Но эти проявления гражданского общества ни в какой степени не ведут к любви и единению. Наше общество в основе своей, в большинстве своем, сплотилось вокруг президента, вокруг политики президента. И я думаю, что все те, кто себя ощущает членами гражданского общества, должны исходить из этого факта, из того, что наше общество в большинстве своем опирается на те ценности, которые предложил наш жизнь. Вот совсем недавно, буквально здесь на днях, по телевидению на очередном, так сказать, шоу Соловьева выступил неожиданно довольно такой, я бы сказал, забытый, подзабытый здорово персонаж, по-моему, Фабиан Станкевич, который стал, а он участник этого самого марша мира, который стал утверждать, что все, что там происходило, было в рамках закона, сугубо, в рамках нашей Конституции, в рамках права и так далее. Понимаете, в чем дело? Может быть, это отчасти и так, если рассматривать вещи сугубо формально. Но ведь надо рассматривать не только формально, надо рассматривать по существу, чему кто ведет, что из чего вырастает. Возьмем Веймарскую республику. 19-33 год, Германия. Бурно после имперского периода шло становление гражданского общества. Появилась ложка партии. Проходили митинги, собрания, заседания, издавались газеты самого разнообразия. Гражданское общество. Но это гражданское общество, конечно, в счете выплеснуло во власть национал-социалистическую партию, которая и родилась в гражданском обществе. И всем заодно был положен конец гражданскому обществу. Так что я хотел привлечь ваше внимание к тому, что обсуждая все проблемы, которые связаны с заявленной темой, надо быть внимательным и к этой стороне жизни гражданского общества. И вообще надо быть следительным. Не допустить того, чтобы гражданское общество под его прикрытием возникли абсолютно негативные, разрушительные, никак не объединяющие явления. Об этом надо помнить сегодня. И в заключение я хотел бы пожелать успеха, естественно, всем нашим, так сказать, какие-нибудь отдельные группы, лучше всегда, отдельные круглые столы, вот, всем участникам конференции, успехов, доброго здравия и то, о чем говорил тем числом, любви и единения. Благодарю вас, Владимир Николаевич, за ваше выступление в основах гражданского общества. Слово предоставляется главному раввину города Твери Йошуа Резенсвейгу.
Сегодня у нас праздник, первый день Нового года, и я не могу пользоваться микрофоном. Но я надеюсь, что меня слышно. Дорогие друзья, как всегда, лучше Пушкина не скажешь. Два чувства дивно близки нам, в них обретают сердце пищу, любовь к родному пилищу, любовь к отечеству гробам. Животворящая святыня, из них душа была мертва. Вот эти отеческие гробы, как родной пилище, это не только в физическом смысле могилы наших предков, хотя и их мы почитаем, и они заботятся. Но это то духовное наследие, которое оставили нам предыдущие поколения, наши отцы, деды и прадеды. Те самые традиционные ценности, которые часто даются, в общем-то, по рукам, нам подают, предлагают какие-то западные, восточные, северные, южные, еще бы какие ценности. Нет никаких западных, восточных, верхних и нижних ценностей. Есть традиционные человеческие ценности. И мы, традиционные религии, являемся носителями этих ценностей. И очень хорошо, что мы сейчас объединяемся для того, чтобы вместе их защищать. Не оружием, а тем, как мы их соблюдаем, как мы о них заботимся. Потому что на эти ценности уже идет охота, в точности Павла Высоцкого, кричат загонщики, говорят, работы, и уже кровь появилась. А поскольку мы не волки, а люди, мы должны предоставить этим прикормленным и натравленным псам не зубы, а нашу твердость духа, и нашу преданность вот этим отечественным гробам и нашим традиционным ценностям, и тогда все эти загонщики исчезнут, полагается нечисти бесследно. Спасибо за внимание. Благодарю вас, уважаемый Равин Миша, за ваше приветствие, добрые слова. И слово для выступления предоставляется настоятелю прихода Преображения Господнего Римско-католической церкви в городе Твери, отцу Мароку Точиковски. Будет тихо, то скажите, а тут вот так когда сидел, у меня все было хорошо слышно. Мы это представление. То будут цитаты из Священного Писания, из Ветхого Завета, но они принимают цитаты из россияне, христиане, мусульмане, но из Нового Завета, христиане, ну и частично мусульмане. Начнем вот так. Бог есть любовь. То первое послание Святого Иоанна. Любит вас Господь, книга второзаконная. То любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. Первое послание Святого Иоанна. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его. И человек сотворил он по образу Богу, Божьему, то должен быть похож на Господа Бога, должен быть похож на Господа своего Творца. Второзаконие. И люби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душою твою, всеми силами твоими. Я, книга Исхода, я Господь, Бог твой, творящий милость до тысяч родов, любящих меня. Один из людей спросил Иисуса, говоря учителю, какая наиболее заповедь в законе. Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим. Все есть первая и наиболее заповедь, вторая же подобна ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророк. И ныне прошу, то есть второе послание Святого Иоанна, и ныне прошу тебя, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга, это та заповедь, которую вы слышали от начала. Но у Иисуса есть такая мысль,
заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга, потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Иисус обращает внимание на новую заповедь в смысле интенсивности. А как интенсивно должна быть любовь, как я возлюбил вас, до отдания жизни за другого человека? Возлюбленные, Святой Иоанн Первопосланник, возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. И любовь Его совершена есть в нас. Отец Ясенков уже говорил, что если кто говорит, что любит Бога, а брата ненавидит, то уже. Отец говорил тоже о страшном суде. Не останется таких предложений в кольцу. Любите Господа Бога, любите друг друга. Благодарю вас, дорогой отец Марок, за ваши важные слова о любви и человеке как образе Божьем. Слово для приветствия предоставляется помощнику имама Хатыба Соборной мечети города Твери, Батыргариеву Фариду Батыровичу. Уважаемый участник конференции, к сожалению, имам не смог прибыть и приболел чуть-чуть, и поэтому он извиняется, он с вами, и желает тоже плодотворной работы, и все те идеи, которые здесь будут озвучены, я ему передам. Ну, от себя хотел бы сказать, что в Священном Коране сказано, что люди созданы разные для того, чтобы познавали друг друга. И для того, чтобы познавать, я думаю, что вот эта конференция и как раз и собрана, и организована для того, чтобы быть ближе, для того, чтобы диалог был более близкий и душевный и сердечный. Так что спасибо. Благодарю вас, Марий Батырович. Передайте, пожалуйста, имаму Хатыбу нашу глубокую благодарность. На самом деле у нас очень замечательный имам, очень образованный, очень грамотный человек, у которого по-настоящему сердце болит за духовность. Он очень много делает не просто по восстановлению мечети, организации жизни, вот, мусульманской жизни в Твери, но он общается с другими представителями других конфессий. Вот недавно был праздник Ураза-Байрам, вот мы вместе сидели за общей трапезой, и имам сказал очень прекрасные слова, что мы должны быть вместе, что мы должны быть едины, потому что у нас общая Родина, у нас общая Земля. Пользуясь случаем, я зачитаю приветствие участникам конференции от Верховного муфтия, председателя Центрального духовного управления мусульман России, шейху Ислам Талгат Сафат Таджутдина. Я буду читать не все выступление, не все его приветствие, но очень большое, только несколько слов скажу. Досочтимые участники и гости Высокого собрания, дорогие братья и сестры, друзья, от имени Центрального духовного управления мусульман России я от себя лично сердечно приветствую организаторов и участников межрегиональной конференции «Традиционные конфессии в структуре российского гражданского общества», собравшихся для обсуждения насущных проблем укрепления и развития отечественной государственности. Убежден, что только оставаясь верными своему многовековому духовному наследию, нам удастся успешно противостоять глобальным вызовам современности и всемерно содействовать единению всего российского общества, сохранить мир и гражданское согласие, мобилизовать всех россиян для решения важнейших политических и социально-экономических задач по дальнейшему укреплению величия и могущества нашей державы. Время настоятельно диктует необходимость консолидированного сотрудничества, продуктивного диалога для того, чтобы своим трудом
талантом, духовными дарованиями и свежими идеями, задавать тон конструктивного созидания новой процветающей и демократической России, чтобы сдвинуть всех наших соотечественников, сподвигнуть к успешной реализации этих высоких целей во благо укрепления и процветания нашей великой единого Отечества. Искренне хочу пожелать всем успехов и новых свершений в осуществлении этой благой и благородной и богоугодной цели. Мир вам и благословение Всевышнего, Верховной Мудрости, Калгатства Пата Джудин. От имени конференции мы благодарим шейху Ислама за обращение в наш адрес. Этот человек также очень много делает для консолидации, для общения между представителями разных религий, национальностей. Вот недавно президент России посетил резиденцию, и там были торжества, посвященные, кажется, 225-летию организации, учреждения мусульманской уммы. Слово для доклада предоставляется военному священнику Тверской епархии, помощнику начальника Академии военно-космической обороны имени маршала Жукова города Твери, протоиерею Вячеславу Булойчику. Уважаемые товарищи, вашему вниманию предлагается доклад на тему о роли военного духовенства в формировании гражданского общества на примере Тверской и Кашинской епархии. Целью выступления является, слайд 2, ознакомить присутствующих с особенностями работы военного духовенства в формировании гражданского общества. Актуальность доклада основана следующим фактором, слайд 3. Первое. Необходимость пояснения населению России значимости практического пользования советами духовенства, таинственными обрядами русской церкви и личной жизни человека. Второе. Важностью разъяснения основных причин, порождающих духовно-нравственные проблемы в жизни людей и коллектива, а также пути их устранения. И третье. Высоким процентом конфессионального состава населения России и недостаточным уровнем его духовно-нравственного просвещения и участия в жизни церкви. Тверской Кашинской епархии, как и в других епархиях Русской Православной Церкви, имеется отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Тверской и Кашинской епархии. Этот отдел координирует деятельность внештатных и штатных священников военного духовенства. Помимо других задач, в настоящее время работа отдела по формированию гражданского общества может быть охарактеризована следующими направлениями. Первое, слайд четвертый. Патриотическое воспитание допризывной молодежи. Участие и выступление конференций и форумов, слайд 5. Духовно-просветительская работа с военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации и увольных запас, слайд 6. Слайд 7. Консультирование представителей командного состава вооруженных сил Российской Федерации, городской и областной администрации при необходимости по целевым вопросам. Слайд 8. Совместное участие в работе военных комиссаров с допризывной и призывной молодежью. Слайд 9. Проведение таинств и обрядов с верующими военнослужащими отдельных воинских частей Тверского гарнизона. Слайд 10. Духовно-нравственное просвещение военнослужащих и членов их семей. Слайд 11. Участие в общественных и военных торжественных мероприятиях. И слайд 12. Восстановление церковных традиций в воинских частях вооруженных сил Российской Федерации. А также, это слайд 13, ведение исследовательской работы, издание православных календарей, распространение православных газет среди воинских частей Тверского гарнизона, обновление православных интернет-ресурсов о деятельности отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, на сайте Тверской и Кашинской епархии.
целях пояснения значимости проводимой работы в интересах формирования гражданского общества кратко остановимся на ее особенности. Как известно, высокая динамика и интенсивность общественных процессов резко увеличила у его населения возникновение множества разноплановых задач, требующих своего решения в сжатые сроки. Это, в свою очередь, обострило зависимость качества решения возникающих у населения задач от уровня духовно-нравственного развития исполнителей. Например, задачи могут быть выполнены качественно, могут быть выполнены формально, либо частично проигнорированы со ссылкой на ограничивающиеся причины. Из этого следует, что в современном гражданском обществе люди все чаще сталкиваются с необходимостью принять грамотное решение на личностном уровне, который в основном характеризуется духовно-нравственной сферой человека. Уровень же духовно-нравственного просвещения и духовного совершенствования людей находится в первую очередь в религиозной сфере и требует опытного священника, специалиста-помощника, кем и является для народа духовенство и церковь. Эта особенность также подтверждается библейскими притчами царя Соломона. В частности, в главе 2, пункте 6 сказано: «Ибо Господь дает мудрость, и спустя его знание и разум». Учитывая то, что здесь собрано научное сообщество в основном, доклад построен немножко необычно с точки зрения научного доклада. Поэтому хотелось бы донести следующую особенность. Интересные результаты позволили получить математический анализ текста первой главы подпунктов 28-32 послания к римлянам святого апостола Павла. Оказывается, что чем меньше у человека развито качество повседневного богомыслия, тем больше его ум способен подпадать под всевозможные непотребства при возникновении внешних провоцирующих условий. Церковь учит, как избегать вот этих внешних провоцирующих условий, и за счет своих таинств и обрядов позволяет непосредственно их ослаблять. Так вот, вот что пишет апостол Павел под пунктом 28.32 1 главы послания к римлянам. «И когда они не заботились иметь Бога в разуме, то предал им Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, крестолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушные родители, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют». Кратко поясним результаты математического анализа исследуемого текста. Всего апостолом Павлом в послании к римлянам перечислено 23 качества, или иначе говоря, 23 фактора превратного ума. Эти факторы приведены в таблице 1, слайд 14, пожалуйста. Допустив существование внешних способствующих обстоятельств, факторов, была произведена количественная оценка взаимосвязи числа вариантов негативного поведения человека с количеством одновременно воздействующих на его факторов превратного ума. При этом для расчета использовалась формула размещения, слайд 15. Результаты вычислений приведены в таблице 2, слайд 16. Из расчета видно, что чем большее количество факторов превратного ума М одновременно активно воздействует на человека, тем более грандиозную численность вариантов его негативного поведения он может проявить во внешнюю среду. Чтобы было понятно, я приведу на принципе автомобилизма. Значит, если человек садится за руль, раздраженный, это один фактор из 23, вас трешит на дороге. Если садится раздраженный, суетливый, два фактора одновременно действующих, 506 ошибок. Если садится раздраженный, суетливый и пьяный, то в процессе возникновения вариантов у него получается 10626 ошибок. Вот отсюда получается, вот воздействие этих факторов и безбожие, по сути дела, оно приводит вот к таким ситуациям. Это значит, что большое количество вариантов негативного поведения людей характеризует их всевозможные потенциальные модели негативного поведения.
Следовательно, если информационные средства распространяют в гражданском обществе, я говорю, например, видео и аудиоинформацию порочного содержания, то этим самым не только создаются внешние условия, активизирующие у зрителей и слушателей определенных факторов превратного ума, тем более которые не обучены церковью противостоять этим факторам и не участвовали в таинствах, чтобы эти факторы конкретно ослабить на уровне своего генетического кода. Влекущие их к обычным решениям, к ошибочным решениям получается. Но и происходит обучение людей действовать по конкретным моделям негативного поведения, потому что сам фактор провоцирует человека на такие поступки. Отсюда следует, что в интересах духовного оздоровления человека ему целесообразно демонстрировать и обучать для его обучать альтернативным моделям правильного поведения, раскрывающим поступки человека при его жизни по духу и неисполнении вожделений плоти. Галаты 5.13, значит, Галаты 6.1.8. Этому занималась церковь до революции. И этим занимается церковь сейчас. Это также обуславливает значимость церкви в жизни современного общества и позволяет формировать у населения мировоззрение на базе сопоставлений и объективных аргументов. То есть он видит свои поступки, правильные или неправильные, и он видит результат своих действий дальнейших. Еще одной важной особенностью духовно-нравственного совершенствования гражданского общества является обучение людей использовать в своей жизни не схему педагогического взаимодействия по принципу обучаемый и ученик, как у нас до сих пор еще существует в различных родах вузах, и семейной домашней атмосфере взаимоотношений между отцом и сыном, матерью и дочерью, отцом, вернее, мужем и женой, а схему педагогического взаимодействия православной педагогики – Бог, учитель, ученик. Учитель в этом случае выступает как своего рода мостик, берущий на себя функцию построения личности обучаемого. Мостик между Богом и учеником. И в этом случае получается личностный подход, потому что если мы мостик устанавливаем даже на примере реки неправильно, то в этом случае никакой приправы не существует. В этом случае получается, ну, работа неэффективна. Поэтому если мы начинаем в работе с молодежью, в семьях, именно принципы и схему педагогического взаимодействия православной педагогики, Бог учитель ученик, то в этом случае получается, что не только идет реализация ослабления факторов превратного ума, потому что богомыслие появляется. И в этом случае вот то, что там написано, оно на самом деле победоносно реализуется. Вот. Но в том числе получается спасение человеческих душ и укрепление общества, как сказано, вот как раз победоносно. Главная задача учителя при такой схеме взаимодействия наряду с преподаванием соответствующих научных дисциплин, воспитание является организация связи душ обучаемых с Богом, с опытом и жизнью церкви. Эта схема, как всегда, эта схема требует от человека быть на практике духовно-нравственным примером своим подчиненным и обучаемым. Своевременно и правильно принимать соответствующее решение, что невозможно реализовывать в личностной жизни педагога в лоне церкви без его участия в церковных таинствах и обрядах, без консультации по важным вопросам личной и общественной жизни со священниками и духовенством. Все эти вышеперечисленные особенности были положены в основу полномерной работы отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Тверской и Кашинской епархии с отдельными социальными слоями населения, гражданского общества и военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации, и позволили священникам военного духовенства прямо и косвенно участвовать в формировании гражданского общества в дополнение к иным социальным структурам, занимающимся этой же проблемой. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Благодарю вас, отец Вячеслав, за ваш доклад о духовно-нравственных факторах в развитии институтов гражданского общества и роли духовенства в этом процессе. Отец Вячеслав, помимо того, что является военным священником и протоиереем, он полковник в отставке, кандидат военных наук и доцент, очень удивительный и прекрасный человек. Мы вас благодарим. На этом пленарное заседание нашей конференции заканчивается.
Дальше мы продолжим работу в трех круглых столах. Социальное служение традиционной конфессии. Круглый стол состоится в этой аудитории, в этом зале. Профессиональная проблематика в учебном процессе в школе и вузе. Ведущий доцент Лысенко Олег Григорьевич. Он вас отведет в свою аудиторию. И третий круглый стол. Международная деятельность Патриарха Московского и Северо-России святителя Тихона. Постановление межконфессионального диалога к 150-летию со дня рождения. Модератор Осипов Владимир Глебович. Председатель Тверского отделения Петровской академии наук и искусств. Он тоже покажет вашу аудиторию. Благодарю вас за внимание. После круглых столов мы здесь соберемся на несколько минут для подведения итогов.